Ну-ка иди сюда, ну-ка иди сюда. На тебя. Акша. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, и сегодня мы вместе с вами находимся в Майнкрафте 1.14, и мы будем тестить новую систему PvP и вообще битв с боссами. Конечно же, версия 1.14 до конца еще не вышла, но мы уже имеем некоторые снапшоты, на которые уже делают различные карты. Поэтому я нашел карту под названием Immortality Soul, в которую мы сейчас будем играть, и здесь нас ожидает что-то интересное. Я, честно, еще ничего не знаю, ничего не видел, буквально посмотрел трейлер этой карты и немножко офигел, поэтому... Друзья, надеюсь, нам понравится, и будем ждать версию 1.14 Майнкрафта, потому что, да, ребят, я обожаю Майнкрафт, и, возможно, я начну просто survival, самый обычный survival в Майнкрафте, как только выйдет версия 1.14, посмотрим. Ну, а сегодня мы играем в Immortality Soul, и что тут у нас есть? Окей, проверка звука, это я уже проверил, то есть... Отлично. Даже что-то как-то громковато. Давайте чуть-чуть потише сделаем. Так, что у нас здесь есть? У нас есть туториал, у нас есть старт, и у нас есть reset sword. Окей, мы, конечно же, сейчас... Круто. Ладно, давайте сначала пройдем обязательно туториал, потому что я без понятия, как управлять здесь мечами и так далее, и что вообще здесь нужно делать. Окей. Эта карта рекомендована для использования от третьего лица. Окей. Хорошо. Выйти. Угу. Так, что-то у нас еще понаписали. Понятно. Так, triple slash. Right click with your sword 3 times. Ага, то есть правый клик твоим мечом 3 раза. Ага. Так, ну-ка. 1, 2, 3. What? Офигеть. Только почему-то у меня 2 раза получилось. Ну-ка. А-ха-ха. Нифига себе. Просто здесь как-то мало места для того, чтобы я мог камерой нормально видеть, но окей, хорошо. Так, а что это? А, может... Стоп, как? Я немножко не понимаю, что здесь происходит, но... Так, а что от нас хотят здесь? Может, от нас какой-то прыжок хотят? А, ну вот же, я же не видел. У нас есть флэш. Sneak and right click with your sword. Ага, то есть sneak... И правый клик. Вот оно как, ребята. Вот оно как. Хорошо, познаем. Так, у нас еще, погоди, и торнадо. У нас почему-то все не по очереди. Торнадо. Sneak right click with your sword in offhand. Окей, то есть мы берем его в другую руку. И теперь мы зажимаем shift, нажимаем на правую мышку и... Торнадо, друзья. Я просто немножко офигеваю, друзья. Сейчас, погодите. Так, да, я не допрыгиваю. О, отлично. Видали? Так, а следующее, а что, почему-то у нас не по очереди идет, у нас на один вперед все время. Ну ладно, следующее это у нас double leap. А, это двойной прыжок, типа то, что я сейчас и сделал. Ладно, короче, понятно, это было круто. Smash, отлично. Так, нам нужно взять меч в обычную руку. Правая кнопка мыши, в воздух, просто в воздух, да? Как, вот так, что ли? Как? Не понял. Еще раз. Strike the ground to attack the enemy's ground, бла-бла-бла-бла-бла. Нет, мне все-таки тут еще... Слушай, все понятно, как... Что-то... А, ну ладно, пойдемте. Ой, а что нужно сделать-то? Shift. Может... Короче, ребята, я таки и не могу понять, что от нас требует от этого... То есть, правый клик, когда ты твоим мечом в твоей рабочей руке в воздухе, то есть... Как... То есть, вот так? Как? А. Окей, ладно. Поздравляем, ты прошел туториал. На тебя. Так. Офигеть, как это круто! Ну, есть небольшой баг почему-то с картой. Вот и вот тут. Но офигеть. Стоп. Сейчас я научусь. Вы просто это видите? Друзья, вы это просто видите вообще. А, я... Я просто в шоке, друзья. Я просто в шоке. Все, ладно, все, я хочу с боссами драться. Вау.
Я сейчас просто офигел, я в Майнкрафте, ребята, такого в жизни не видел, такой системы битв. Причем она так плавно работает, я сейчас просто кликал, клацал по-всякому и получал супер удовольствие. Окей, так, хорошо. Что ж, давайте начнем, выберем сложность легкий и попробуем сразиться с нашим первым боссом. Посмотрим, насколько у нас... Так, 40 жизней нам дают и... Окей, хорошо. Посмотрим, насколько... Ага, то есть это у нас кукла смерти. Так, стоп, третье лицо, погнали. Так, стоп, вот. Ах ты. Да почему? Ай-яй-яй-яй, погодите, босс намного сложнее. Стоп, где мой меч? Вот он, так. Ну давайте еще раз. Погнали. Стоп, дификульти стало нормально опять. А, прыгай. Улетай. Так, меч в другую руку. Давай, на тебя. О, черт. Ай, больно. Стой. А, тут же контрол я еще могу использовать. Отлично. Так, стоп. Жизнь. А, не успел. Черт. Это же офигеть как... Во-первых, это офигеть как круто и офигеть как сложно, потому что я еще мало чего понял. Давайте еще раз легкий поставим. И нам нужно победить эту штуку, друзья. Ничего. Так. Ау. Ау, слишком много урона, потому что когда она стреляет этими шариками, нужно успокоиться мне. Окей. И жизни. Есть, найс. Найс, так, хорошо. Меч в другую руку. Теперь побежали на нее. И сразу же. Найс. Так, у нее много шариков, убегаем. Шарики, это очень опасно. Не надо вставать рядом с ней, когда у нее шариков много. Рядом с ней. Так, отлично. Как сложно. Ладно, ну я пытаюсь, я стараюсь, друзья. Жизни. Шарики эти дебильные. Слушайте, как же сложно. Так, меч в обычную руку. Так. Ну все, тебе конец. Отлично, неплохой урон нанес. Так, что это? Окей. Я просто еще до конца, ребята, не знаю, какие у нее... О, у нее жизни. А, жизни взял. Шарики. Что за чешуница? А, так, окей. Ну-ка, иди сюда. На тебя. Черт. Слушай, насколько ж... У меня же дофига жизни, я же никогда не убью. Нет, все-таки могу нормально урона наносить. Так, следующие шары. Убегаем. Сейчас пойдет еще один прицел, отлично. И бежим на нее, прям бежим. Так. Я держусь, друзья, я пока могу. Могем, друзья. Так, я здесь... Ау, шар. Жизни, найс. Так. Фух, друзья, сложно, как вот. Так, окей. Ау. Получай. А, начали. Так, фух. Теперь мне нужно жизни. Найс. И убегаем. Ау. Шарики. Ребят, если я буду молчать и что-то не... Я просто пытаюсь победить. Потому что это... Окей. То, что я делаю, ребят, я тупо нажимаю правую кнопку мыши, прыгаю и иногда зажимаю shift, чтобы сделать какой-то супер удар. Я, честно, еще до конца не знаю... О, много шариков, много. И теперь... А, так, теперь меч в другую руку. Окей. Оп. Во, нормально ей урона наношу.
Ой, мне кажется, она становится злее и злее. Так, окей, окей, окей. Спокойно, спокойно. Кукла смерти. Чешуницы. А, что, что ты на это скажешь, а? Убегаем. Так, жизни, жизни, жизни. Так, неплохо. Меч в другую руку. На тебе. Ау, черт, забыл про шар. Жизни, мне нужно жизни. Найс. Уходим, 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 уходим. Уху-ху-ху-ху. Так, ребят, я начинаю что-то понимать. Я начинаю сражаться все лучше и лучше. Так. На тебе, на тебе, на тебе. Ну что ты, наверное, скажешь? Ой-ой-ой, жизни, совсем забыл про жизни. Совсем забыл про жизни, совсем про них забыл. Отдайте. Ой, у нее какие-то новые... У нее какие-то новые... Новые... Что? Что? Ох ты, боже мой. Ох ты, боже мой, это что сейчас было? Ой-ой-ой. Жизни, дай мне 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 жизни. Я сейчас умру, ребята, сейчас будет очень плохо. Жизни. Найс. Ау. Вы видели, что она затворила? Получай. Так. Жизни мне нужно, жизни мне нужно, жизни. Шар. Ах ты. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй. Как даже жизнь появится? Ох ты, боже мой! Есть! На тебе, на тебе, на тебе. Так, и жизни, и жизни, и жизни, и жизни, и жизни, и жизни. После вот этих шариков будут жизни. Да где же они? Да где же? Где же? А вот они! А, есть! Я не знаю, как я выживу, друзья. Я думал уже все. Я думал уже все. Но мы все еще сражаемся. Я думал, окей, 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 хорошо. Получай. На тебе. Окей, убегаем, убегаем, убегаем. Давайте меч в другую руку попробуем эти уроны. Какой-то, какие-то есть воздушные суперудары, но я уже... Давай, 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 давай. Есть. И теперь, когда она так стоит, мы можем ее тупо фигачить. Найс. И надо было меч в мою правую руку брать и прямо сильно ее вот так вот, хоп, по 40 урона что нашел, видите, друзья, так, окей, окей, и теперь, так, возможно, я еще какие-то штуки до конца еще не умею делать, но, я думаю, мы вместе с вами научимся, ребята, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, а что ты на это скажешь? Слушайте, мы ее, походу, прибьем, друзья. Я не знаю, как, что вы думаете на этот счет. Мне кажется, я ее сейчас зафигачу. Как... Фу, окей. Ага, ага, ага. О, убегаем, убегаем. Ай-яй. Сейчас мы ее... Найс. А, так. И... О, шарики. И теперь туда. Еще пару ударов, друзья. Еще совсем немножко осталось. Есть. Йоу, друзья. Мы это сделали. Мы убили... Ой, я даже забыл, как ее... Как звали там моба? Ее звали Puppet... Кукла смерти или как-то так? Друзья, то, что вы сейчас увидели и то, что я сейчас испытал, это одно из самых клевых ощущений от Майнкрафта, которые я испытывал за последние, я не знаю, сколько лет, друзья. Эта система PvP... Это просто шикарно, друзья. Это так динамично, это так красиво, это так напряженно, но одновременно как бы и легко, но одновременно... Я не знаю, как это описать, друзья, но это очень-очень-очень было круто. Поэтому, ребята, что ж, я думаю, на этом мы закончим сегодняшний выпуск. Поэтому, если вы хотите, чтобы я еще раз сразился, я так понимаю, на этой карте только один босс. Только это кукла или еще кто-то есть, не знаю. Но если, ребята... Кстати, кто сделал эту карту? Ага, ну, или что это, не знаю, короче, ребята, можете, да, все-таки, походу, здесь только один босс, и, походу, эту карту сделал какой-то японец, что ли, не знаю, ну, блин, ну, понятно, что это, походу, основано на каком-то аниме,
или нам манги, я не знаю, я ничего не знаю, но это было просто дико круто. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, и, кстати, чем больше лайков, тем скорее выйдет новый видос. Ну, а с вами был Кейн, и до новых встреч!